Тематический лекторий организован по инициативе ГИБДД и активистов Кандалакшского мотодвижения. Они пригласили школьников в центр Вега, где подробно рассказали ребятам, как не нужно вести себя на дороге и что нужно сделать для того, чтобы уберечь себя от различных неприятностей. Мы хотим донести до современной молодежи, подростков лет 12-15, те, которые уже садятся на скутера, на мопеды, на какие-то маломощные мотоциклы, чтобы они старались соблюдать правила, уважать других на дороге, могли себя обезопасить на дороге в плане той же экипировки, чтобы если они даже упали на ровном месте, чтобы они как можно меньше получили травм. Сесть за руль мотоцикла – это значит взять на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни других. Эту простую мысль пытались донести байкеры до подростков. Выезжая на дорогу, необходимо помнить и о правилах дорожного движения, и о правилах поведения. Не лишним будет позаботиться и об экипировке. Вело- и мотошлемы – не просто аксессуары, которые можно забыть, надеть, а необходимые средства безопасности. В качестве доказательства – примеры из личного опыта. Шрамы и отметины после неудачных падений, как наглядное пособие. Соответственно, он имеет за счет очень прочный корпус, очень прочный внутри, а он тоже, соответственно, мягкий, имеет защиту. Шлем, всему голова. Слышали такую фразу? От теории к практике познакомиться с характеристиками и возможностями мотоциклов школьники смогли уже на автодроме. Здесь же байкеры поделились с ребятами секретами безаварийной езды, дали подросткам примерить на себя мотоэкипировку, ответили на все интересующие мальчишек и девчонок вопросы.